А теперь подробнее об этих и других новостях. В округе продолжается благоустройство береговой линии Кореневского карьера. Как преобразится одно из любимых мест отдыха люберчан, узнал Богдан Колесников. Для жителей обустроили зону пляжных видов спорта, оборудовали одну из самых больших подмосковья трасс для занятий вейкбордом, организовали место для пляжного волейбола, футбола и самбо. Я очень часто прихожу кататься на саббордах. Вот. А вейком я пока что еще не занимался, но планирую в этом году тоже постараться, попробовать. Вот. И мне очень нравятся именно спортивные вещи, которые делают на этом карьере. Это, во-первых, доступно, близко, удобно и, ну, всегда можно. Можно приятно провести время, куда-то не надо никуда ехать. Вышел из дома, прошел 5 минут и, соответственно, здесь уже. На Кореневском карьере проводят занятия и для воспитанников Люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва. Площадка позволяет на регулярной основе проводить областные и всероссийские соревнования. Есть тренировочная база для спортсменов-байдарочников и гребцов-каноэ. Занятия для детей бесплатные. Сейчас у меня занимается 35 человек. 3-4 человека сейчас президенты сборную команды Московской области. И дети приходят, с удовольствием занимаются спортом. В этом году увеличили количество парковочных мест, оборудовали лестницу, деревянные пешеходные помосты. Планируют обустроить берег со стороны Озерной улицы. Сюда тоже завезут кварцевый песок, благоустроят выходы в воду, установят дополнительные кабинки для переодевания и биотуалеты. У нас многодетная семья, у меня 5 дочек, 2 старших уже здесь постоянные. В целом я очень довольна, не понимаю чьих-то там претензий. Понятно, что нельзя сделать все бахом, прям вот из пыли все выросло. Но народ старается действительно. Зачем ему при этом кто-то пытается мешать, я не понимаю. Я очень довольна улучшениями, которые здесь происходят. У меня самый ребенок и ребенок с аутичным спектром. Очень трудно найти какие-то спорткомплексы, кружки, которые готовы работать с ним. А здесь ему нравится. Я вижу, что вот он открывается, он с удовольствием. Когда вот нравится, даже вот ребенку должно нравиться. Моему ребенку нравится, у него глаза загораются, он старается, вот пытается, и это та же самая нейрокоррекция. Концепция дальнейшего развития Кореневского карьера разработана. Она включает в себя создание лыжероллерной трассы и трассы катания на тюбингах, расширение парковочного пространства и организацию дополнительной пляжной зоны с летними кафе и кинотеатром. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.